Под звуки оркестра на площади Ордабасы в Шымкенте состоялось масштабное шествие. 30 велосипедистов, столько же наездников на лошадях и автолюбителей с поднятыми флагами проехали круг почета. На праздник пригласили волонтеров, отличников вузов и школ, а также активную молодежь. Они приняли участие в концертной программе, на которой звучали патриотические песни. Праздник посетил и аким Шымкента. Вместе со всеми он исполнил государственный гимн. Активные граждане нашего города вышли с инициативой, чтобы они флаг повесили в окнах, балконах. Это тоже приветствуется. Государственные символы имеют мощную объединяющую силу. 30 лет назад в июне впервые были утверждены государственные символы независимого Казахстана. Этот день навсегда останется в истории нашей страны как день рождения флага, герба и гимна. Они олицетворяют ценности нашего народа – единство, мир, согласие, дружбу, идентичность и суверенитет. Казахстанские символы очень важны как и для меня, так и для всего государства. Это является неотъемлемой частью нашего государства и всего населения. Государственные символы очень важны для жителей страны. Мы уважаем наши госсимволы, потому что мы патриоты своей страны. Напоследок участники шествия проехали по центральным улицам города. Праздничное мероприятие завершилось у памятника Байдибекби. Анастасия Новикова, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании «Отрар».